Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как я готовлю йогурт дома. Обычный натуральный йогурт, без каких-либо добавок, без красителей, без всего. Но для этого у меня, конечно, я использую, у меня есть вот такая йогуртница. Вот. Она очень удобная, покупала я ее еще давно, когда дочка была маленькая. И сейчас вот время от времени я в ней готовлю. Здесь вот 7 вот таких баночек. В них примерно где-то, наверное, 180 миллилитров. Точно не помню сколько. Вот. Очень удобно вот в таких банках выставлять и готовить йогурт. В мультиварке у меня нет функции йогуртницы. А это очень-очень удобно. Так, что я для этого беру? Для того, чтобы приготовить вкусный натуральный йогурт. Ну, это емкость. Мне желательно вот такой вот, чтобы носик был, чтобы было удобно сливать, потом разливать по этим баночкам. Всегда мешаю деревянной лопаточкой. В общем, беру молоко. Молоко обычно беру для йогурта больше, чем 3%, ну больше, чем 2,5%, получается 3,2. Вот такое у меня молоко. Иногда беру пакет молока, вот такого вот, литр, и развожу, если, допустим, здесь, естественно, мало получается, развожу его с обычным молоком. Тоже идеально получается йогурт. Так, это вот я остатки из одного пакета слила, сейчас солью, открою еще один пакет. Так, обычно вот мне хватает на 7 баночек чуть больше литра. Где-то литр 150, литр 200. Где-то примерно так. Молока. Я беру на это количество. Так, молоко вылила. Теперь я добавляю вот такой йогурт Activia. Он без добавок. Так, где у него написано? Вот натуральный. Натуральный, он без добавок. Просто обычный йогурт. Не сладкий, никакой. Добавляю его в миску сюда к молоку. Всю баночку. На это количество молока достаточно вот такой баночки йогурта. Через носик также вот сливаю сюда, чтобы немножко ополоснуть, так как все равно по стеночкам все не собирается. Желательно все, чтобы все вот эти полезные бактерии, они у нас не пропали, а попали. Все, теперь размешиваю хорошо. Так, хорошо размешала. И теперь по баночкам буду разливать. Банки у меня сухие. Просто разливаю по банкам. По баночкам разлила. Теперь устанавливаю саму йогуртницу. И обычно, ну, по инструкции ставлю. Крышками не накрываю. У меня такая йогуртница, она крышками не накрывается. И так, закрываю вот эту крышку. И по инструкции у меня я ставлю на 5 часов. Потом вот после истечения 5 часов я покажу, какой получается йогурт. Ставлю так, чтобы его не трясти, чтобы его никто не трогал. Ну вот, йогурт готов, даже остался еще конденсат. Я дала остыть самой йогуртнице. Вот, вот так он получается. Отличный, не вытекает. Получается довольно-таки густой, вот я его переворачиваю.
Сейчас я его просто убираю, он остынет до конца, он еще чуть-чуть тепленький, остынет до конца, я его закрываю крышками и убираю в холодильник. Так что все просто и самое главное вкусно. Опять же, просто еще из-за того, что есть йогуртница. У кого есть йогуртница, это прямо вот вообще превосходно. Но скажу, что я делала, готовила йогурт и в термосе, но брала термос с широким горлом, иначе из узкого горла его потом не вытряхнешь, этот йогурт. Тоже неплохо. Все то же самое, просто я наливала в термос и оставляла на ночь. Тоже получается. Также я делала в этой же йогуртнице, делала сметану. Тоже сметана получалась прямо вот идеальная. Вместо просто йогурта, вот этого активия, я добавляла саму сметану. Две большие столовые ложки, также вот на литр молока. Или на литр там, ну, как я говорила в начале, литр, примерно литр 200. Вот. 2-3 можно ложки, думаю, если. Ну да. Вот, погуще. Получалась прямо идеальная сметанка. И также вот этот йогурт можно вот использовать. Сейчас начнутся салатики новогодние, кто придерживается питания. Так можно кушать. Также можно добавлять ягоды, различные добавки. Все что угодно, все что вы сами себе пожелаете. Ну, сегодня вот такое видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Будем с вами дружить, вместе готовить. Ставьте колокольчик, если вам понравилось видео. И до новых встреч. Пока-пока, друзья.